выкладываю и несколькими резкими движениями успокоил. Необходимо ограничить эти случаи. Удар! Значит, слетел с ноги и изначально планировал нечто иное, 6-0. Все равно Гаринус бы это дело контролировал. Эрнан Песеля, центральный зайд. Ой, это область там, будь то Боливия, Ла-Пас или он углом, правда, уже наносил удар поворотом, было тяжело. А вот здесь как раз урал голкипера, я имею в виду Лаутаро Мартинес. С осени прошлого года она абсолютно здесь. И выход один на один, Месси, удар дальний. Ожидал, когда же центральный близится, и в конце концов Месси все-таки этим шансом не воспользуется. Казалось бы, дальний угол, он... Конечно, от него ждут больше. Да, как же вот это решение принимал Грессу, его поставить Густава Альфра, как одного из самых надежных центральных полузащитников. Иногда теряешь просто голову, да, тем более, когда игровой практик у тебя... Да, Грессу. Но он не играл как раз в групповом турнире. И Мена с мячом, под левую ногу, пас назад, на линию штрафной какую... Ну и посмотри, там мяч не опустился на газон. Я посчитал, что все в рамках правил. Аргентинцы посчитали. Лаутаро зарабатывает. Ну вот да, вы Интер он здесь увидел. Правый фланг. Подача. За прошлым чемпионате Мигель Анхель Руссо пришел ему на смену, и вместе с ним Букачек. Повинен в этой ситуации. Да, он попадает по ногам 20-го. Ох, как они хороши. Подает Месси в штрафную площадь, опасный момент. По любому участке поля Эквадора должно хватить, но они еще и об атаке думают. По-моему, да, подошел именно он с левой ноги. Ох, как... Месси мяч под левой, далеко, как это правило, не отпуск. Набирает скорость, и вот уже... Фланг, отсюда можно подать штрафную, хорошая подача! Аргентина в этом эпизоде, мягко говоря, был не на высоте, потому что попасть... Там, ты имеешь, да? Да, подача уже была Паласиус, а перед этим, когда Мен отдавал, красным, по-моему, кто же там был-то? Диего Паласиус. Да, пропусти. Передача, удар. Передача, выход к воротам. Вышел и Галиндес тоже за пределы штрафной. Пустые ворота, надо забивать Аргентине. Удар. Может быть, как раз можно здесь критиковать Галиндеса. И после этого сделал отличный пас. Ну что ж, Родриго де Паул открывает счет в этой встрече. И надо сказать, что здорово он сместился. Да, вот удар был чистый. Абсолютно не было положения вне игры. Ну и дальше, смотрите, что сделал Месси. Фактически Ник выбрал передачу, и в этом его величие. Штрафной хоть как-то встречать эту передачу.